Привет, что скажешь про этих ребят? Это одна из немногих групп, которая мне нравится, причем чуваки играют Dead Metal. Сейчас посмотрим, спасибо, Знатыч. А, Decapitated, да. Ну, здесь Вогач валит. Немножко торопится, конечно, но технически валит очень круто. Единственное, я не знаю, я не уверен, конечно, это прям считается Dead Metal, потому что он какой-то слишком позитивно открытый для Dead Metal. То есть это начало даже чуть-чуть похоже на какую-то метлу, как будто сейчас пойдет этот типичный. Короче, да, в моем понимании Dead Metal немножко другое. Я, конечно, не особо в этих жанрах шарю, но, по-моему, это не очень похоже на Dead Metal. Да, звук гитары, конечно, сок прям. Там высекальщик. Поэтому, ну, как бы нормально. Я просто не очень люблю такой вокал. Приемлемый, это, конечно, не тот ужас, который, допустим, там Slaughter to Prevail, но все равно, как бы, прям вот именно кайфовать с такого я не стал бы. Но и Dead Metal мне тоже, это, конечно, не назвал бы.